Борис Пастернак. Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут свой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым. Живым и только, до конца.